Всем привет, канал Мистер Дог, и сегодня я решил сделать видео на тему игры в Play Market. А из всех игр я выберу 5 популярных и довольно хороших игр, которые, я думаю, вам понравятся. Поехали! На пятом месте стоит игра Слезарево. Имеет эта игра 100 миллионов скачиваний, отзывов 5 миллионов и основная оценка 4,4. Основная задача этой игры – вырасти из маленькой личинки в огромную червя. Чтобы вырасти, нужно убивать других игроков, а потом поедать их. Есть онлайн-режим, а также можно поиграть с ботами. На четвертом месте игра Geometry Dash. У этой игры 100 миллионов скачиваний, 6 миллионов отзывов и оценка 4,5. В этой игре вам дается множество карт, которые вам нужно пройти, но мешать вам будет это сделать немалое количество препятствий. Третье место. Игра Кошаель. Эта игра имеет 100 миллионов скачиваний, 25 миллионов отзывов и сама оценка составляет 4,5. Карточная игра, на которой происходит действие на арене. Все это происходит в реальном времени. Задача победить противника. За это ты будешь получать сундуки с картами внутри. Второе место забирает себе игра под названием Clash of Clans. У этой игры 500 миллионов скачиваний, 48 миллионов отзывов, а сама оценка составляет 4,6. Игра понравится тем, кто любит стратегии, ведь она понадобится в атаке и защите деревни. Задача как можно больше повысить уровень и лигу. Золото нашего топа, это, конечно же, игра Subway Surfers. Ведь эта игра имеет более 1 миллиарда скачиваний, 30 миллионов отзывов и оценка составляет 4,5. Я думаю, в нее уже все играли и знали задачи этой игры. Это прыгать по вагонам, не дать поймать себя и установить как можно больше рекорд. Вот такие игры я нашел на просторах Play Market. А если вы не согласны с моим мнением, то кидайте свой пример в комментарии. Если вам не сложно, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте этому ролику лайк. Это был канал Мистер Дог, и всем пока.